Вот еще у Кати Баладина есть книжка. Называется «Девчачья книжка». Это мемуарный такой жанр, потому что художника, графика, да, и писатели вспоминают разные эпизоды своей жизни в таком довольно беспорядке. Но иллюстрации все ее. Вот какие здесь есть, все, как говорится, авторские. И это очень интересно, потому что получается такая как бы книга художника, и она очень женская, но тут видно всякие такие моменты и ситуации, которые, соответственно, возникают в жизни девочек от рождения до более позднего возраста. И, собственно, поэтому книгу, наверное, интересно будет почитать всем безразным женского пола, который у нас есть в природе, и мужского понять женский пол. И она очень веселая, если ее вот как-то читать, как настроение поднимается и слушать. Стиль такой своеобразный, забавный. И, пожалуй, такие названия тоже интересные, время от времени возникают. Ой, оказывается, я была... Мне достался экземпляр, с которого автор читал. Но это... Словно все время, это магия происходит. Это, наверное, нормально, а может быть и нет. В общем, читайте. Еще другие будут книги, выходить книги Кати Баландиной. И желаю вам хорошего дня в Лондоне. Вот кролика. Yeah.